Привет! Сегодня у нас в обзоре аккумуляторный трехрежимный перфоратор PHR-242. Это мой уже второй аккумуляторный перфоратор. Его я купил после того, как попробовал, что же это такое вообще аккумуляторные перфораторы. И первая модель у меня была 241-я. Вот у него инструкции. На нее я сделаю обзор чуть позже. Она на объекте находится. Вот коробка только осталась. Сейчас давайте посмотрим на это. В комплекте, значит, идет инструкция на русском языке, инструкция на английском языке и инструкция от зарядного устройства. Покупал я этот перфоратор в интернет-магазине «Все инструменты». Вот. По чеку стоимость его вот в верхнем ряду 18 765 рублей. Да, это немалые деньги, очень дорого, но скажу я вам, перфоратор настолько классный, настолько и приятно им работать, что, значит, купил я его 14 декабря, а сегодня у нас 12 января 2014 года, и всего лишь за месяц перфоратор полностью отбил свою цену. Я им сделал уже 3 крупных объекта и так по мелочи много очень. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Я, значит, хотел показать вам чемодан, не маленький. Размеры его 55 на 45. И на 14. Здесь наклейки для транспортировки, что аккумуляторы внутри находятся. Давайте откроем. Итак, в самом чемодане находится зарядное устройство, модель DC18RC, вот такой вот аккумулятор 3 ампер часа 18 вольт с защитной крышечкой от пыли. Ну и сам перфоратор. Перфоратор имеет 3 режима. Это режим сверления, реверс имеется. Режим. Режим сверления сюда. И режим удара. Также есть режим для установки зубила в нужное положение. С этой стороны мы видим название модели BHR-242. Значит, максимальный диаметр сверления бетона — это 24 мм бур. Максимальный диаметр сверления стали 13 мм и по дереву 27 мм. Частота холостого хода 950 оборотов в минуту. Число ударов в минуту 4700. Энергия удара 2,4 джоуля в нем. Сделан в Китае. Чистый китаец. Если снять аккумулятор, вот здесь можно увидеть 11 месяц, 12 год. И вот этот Y означает, что это китаец.
Очень удобная вещь. Кстати, на сайте все инструменты сказано, что перфоратор имеет подсветку. Никакой тут подсветки нету, но здесь имеется вот такая штука. Она приподнимается, и там находятся контакты. Эти контакты служат для подключения пылесоса. К нему еще отдельно можно докупить пылесос модель DX01. Я сейчас покажу вам фотографию пылесоса. Зарядное устройство имеет несколько режимов музыкальных. То есть, когда аккумулятор заряжается, играет мелодия, когда он заряжен. Их тут несколько штук, их можно менять. При наличии двух перфораторов, двух зарядных устройств и четырех аккумуляторов, работа идет безостановочно. То есть, аккумуляторы не успевают, точнее, успевают заряжаться, пока сели остальные. Когда у меня был один перфоратор, случались моменты, когда не успевал заряжать. Да, также в этом перфораторе имеется BL-мотор, битерсионный мотор, то есть в этом перфораторе нет щеток, что увеличивает срок службы аккумулятора, меньше он потребляет энергии. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!